общем, я ехал на Ишаке в Москву, пока нас с ним милиционер не остановил. Он говорит: извините, вы нарушаете правила дорожного движения. Вы едете пешком со скоростью 100 км в час. И не пристегнулись друг к другу. Шутка, говорит, но эта шутка стоит 3000. Я заплатил 3000, а он нас с Ишаком забрал и отправил в гостиницу. Обезьянник называется. После этого я Ишака не видел. Я не про гаишника. Ну какой это гостиница, обезьянник, даже один банан не дали.